заряжай. 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 Готовность доложить. Готов. Вы сейчас видели стрельбу различных упражнений, выполняемых из пистолета. Стрельбу по мишени с черным кругом и стрельбу по фигурным мишеням. Стрелковые упражнения, выполняемые из пистолета, наряду с упражнениями по стрельбе из винтовки, постоянно входят в программу Олимпийских игр. Вам, как будущим педагогам и тренерам, должно быть известно, что пулевая стрельба как вид спорта пользуется большой популярностью и у нас в стране, и за рубежом. Например, на 43-м чемпионате, который проводился в Венесуэле в 1982 году, советские стрелки завоевали более 60 медалей, из них 33 золотых, далеко оставив позади все сильнейшие команды мира. Занятия стрельбой вырабатывают жизненно важные качества, трудолюбие и самообладание. Быть может, этот вид спорта внешне не так эффектен, как хоккей или фигурное катание. Однако для того, чтобы постоянно попадать в центр мишени, требуется обладать филигранной техникой выполнения выстрела. Основы точного выстрела закладываются в стрельбе по мишени с черным кругом. Сущность методики обучения состоит в том, что стрелок вначале должен точно представлять себе содержание всех элементов техники стрельбы. Подготовки, дыхание, прицеливание, спуска. А затем должен выполнить эти элементы под зрительным контролем и путем многократных повторений, постоянно связывая их со зрительным образом, довести выполнение до навыка. И потом уже навык доводит до того идеального представления, которое стрелок уже имеет. Итак, мы приступаем к изучению элементов техники выстрела. Изготовка – это поза стрелка, необходимая
для выполнения выстрела и обеспечивающая наиболее устойчивое положение системы стрелок-оружия. Система стрелок-оружия – это спортсмен с оружием в руках в позе готовности выполнить выстрел. Нет-нет, подождите, не торопитесь. Вот сейчас мы и приступим к изучению изготовки. Основой этой позы является естественная стойка человека, которая удобна и рациональна. Из свободной, слегка расслабленной позы ноги поставьте на ширину плеч и разведите носки. Руки опущены вниз. В этой позе хорошо ощущается каждая часть тела. А это значит, что всем телом можно легко управлять. Тело стрелка достаточно жесткое и движется как одно целое. Ступни ног развернуты в зависимости от индивидуальных особенностей стрелка. Меняя ширину и угол постановки ступней, найдите наиболее удобные положения. Посмотрите на ноги и постарайтесь запомнить ширину расстановки ног и угол разворота ступней, чтобы в процессе тренировок ставить их подобным образом. Для выбора положения руки с пистолетом поднимем обе руки в стороны, свободно, без напряжения. Затем опускаем левую руку. Поворачиваем голову в сторону поднятой руки и смотрим над кистью. И поворачиваем ее в вертикальном положении. Повторим еще раз. Нет, неправильно. Голова поворачивается так, что при виде сверху угол между линией прицеливания и плоскостью симметрии головы должен составить 5-10 градусов. При постановке руки не забывайте про кисть. Кисть должна быть повернута так, чтобы ось лучезапястного сустава была в вертикальном положении. Чтобы распределить нагрузку на все мышцы тела равномерно, стрелок должен уравновесить руку с оружием, отклонением туловища немного в сторону, на уровне плеч. При изготовке левая рука занимает положение или на поясе, или в кармане, или цепляется за карман большим пальцем, или свободно опущена вниз. Но при этом не расслаблена, а также находится в небольшом тонусе и зафиксирована в избранном положении. Если она будет расслаблена, то станет практически неуправляема и может быть причиной увеличения колебаний тела и оружия. Необходимо, чтобы тело и рука составляли как бы одно целое. Чтобы освоить позу изготовки к стрельбе, необходимо точно повторять все движения, совершаемые при установке позы, и стараться запомнить не только сами движения, но и мышечные ощущения от них, которые вначале почти неуловимы, но с каждой попыткой прослушивания себя они будут становиться все более узнаваемы и контролируемы. Повторим. Ноги. Руки. Левая рука опускается вниз,
Голова поворачивается направо, левая рука закрепляется у кармана. Нет, вы отклонили туловище больше, чем надо. Излишнее отклонение туловища нежелательно, так как нарушает равновесие в тонусе мышц правой и левой стороны туловища. Вот теперь правильно. Очень полезно тренировать позу перед зеркалом. В этом случае мышечные ощущения точно согласовываются со зрительным образом. Это помогает стрелку быстрее и точнее освоить свою изготовку. Стрелок должен чувствовать, что все тело находится в небольшом тонусе и все суставы закреплены. Когда это состояние осваивается и переходит в прочный навык, напряжение скелетной мускулатуры практически не ощущается, а как бы прослушивается самим стрелком. Запомните, основой правильной изготовки является естественность позы стрелка. Дополнительно учтите следующее. Если при изготовке к стрельбе оружие направлено не на мишень, то стрелок, не меняя изготовки, при грубой наводке, переступанием ног, при тонкой наводке небольшим поворотом ступней выводит оружие на мишень. Обучение хватки. При обучении хватки берем пистолет в левую руку и вставляем рукоятку в кисть правой руки. При этом желательно, чтобы плоскость, в которой лежит ось канала ствола, проходила через центр лучезапястного сустава. И лучше всего, если вторые фаланги среднего и безымянного пальцев будут перпендикулярны этой плоскости и составят с ней угол 90 градусов. При этом большой палец параллелен оси канала ствола. Усилие хватки должно быть достаточно сильным, но не чрезмерным. То есть таким, чтобы стрелок чувствовал, что пистолет хорошо управляется им и стал как бы продолжением его руки. Для этого необходимо закрепить кисть, включив в работу мышцы сгибания и разгибания кисти. Рука стрелка закрепляется также в локтевом и плечевом суставах с минимальным усилием.
И все это для того, чтобы плечевой пояс, рука и пистолет были как одно целое. Стрелок при этом должен чувствовать, внутренне слышать, свои мышечные ощущения, контролировать постоянство усилий хватки, многократно воспроизводить их, довести до автоматизма, периодически проверяя точность выполнения этих приемов. Стрелок перед подъемом руки должен сделать 2-3 вдоха немного глубже обычного. И в такт последнему вдоху поднять руку на уровень мишени или немного выше. Затем сделать еще 2-3 вдоха, постепенно уменьшив при этом количество вдыхаемого воздуха. Вместе с плавной задержкой дыхания на полувыдохе или на дыхательной паузе также плавно останавливается рука. Стрелок готов к прицеливанию и выполнению выстрела. Большой разброс попаданий – следствие неумения прицеливаться. Человек обладает бинокулярным зрением. Это значит, что в рассматривании любого предмета принимают участие оба глаза. Это естественный процесс зрения. Поэтому, чтобы не нарушать этого привычного состояния, прицеливание рекомендуется проводить с двумя открытыми глазами. Но пистолет устанавливается перед каким-нибудь одним глазом, который обычно является ведущим. Правым, что бывает чаще. Или левым. Определить ведущий глаз можно так. В листе бумаги делается отверстие диаметром 3-4 сантиметра, и через него рассматривается удаленный предмет. Чаще всего испытуемый будет устанавливать отверстие перед одним и тем же глазом, который и является для данного человека ведущим. Прицеливание ведется ведущим глазом. Если при прицеливании с открытыми двумя глазами контуры пистолета начинают двоиться, то можно слегка прищурить левый глаз. Или воспользоваться полупрозрачной шторкой.